Так, друзья, сейчас будем запускать китайский фонарь. Ты не матерись мне. У нас дети там могут звук смотреть. А это тема, которая, да, поджигать надо? Да, эта тема, по-моему, уже все. Все, мокрая? Уже оторвали ее. Нет. Она, наверное, отдельно оставляется? Нет. Пропитанная? Вместе. Давай. Да, может быть. Так, все, друзья, сейчас будем запускать китайский фонарь. Может даже не показывать нужно. А вдруг? А, нет, правильно. Дух сработает. Не, все правильно ты говоришь. Как и надо. Дунь там, да, еще там. Там шашлыки, ну, жарится опять. Нет, мы опять на рыбалку, кстати. Шашлыки вон. Что-то ты уже продыряю, по-моему. Успокойся. Нет, я-то первый раз. Я-то в первый раз, ладно. Продыряю уже. Дурочки сделал, ну. Да, короче, на комары сели. Это, блядь, не шарик там. Короче, друзья, шарик будет, наверное, потом. Давай это. Полетел! Держи. Запытаемся запустить китайский фонарь. Комары съели, блядь. Комарам фонарь по барабану. Ну, горит хорошо, что-то там внутри. Он должен загореть. Он должен набраться. Еще держи. Не, не хочет. Держи за уши его, значит. Держу. Пусть, пусть прогреется воздух. А у тебя дыра там вот какая. Где? Вон с той стороны, с моей. А, ну откуда? Все. И в этом дыра, и в том дыра, нахуй. Китайские фонари, короче, говно дырявое. Я, блядь, два раза запускал, два раза горит. Да, пошел нахуй, я не дал. Все, китайские фонарики не работают. Два штуки ушатали. Шашлык хуй, сейчас комары сожрали вообще нахуй. Сейчас надо, блядь, стойку нахуй самогана, блядь. Без комаров. Заебало. Ребята, вот такие фонарики не покупайте. Вот так, наверное, да? Называется небесный фейерверк для влюбленных. Ребята, если вы влюбленные, такое г не покупайте. Опозоритесь, и ваша любовь пролетит. Как дым от этого фонарика. Факаного. Вот так вот. Не получилось. Ну, конечно, не было. Хотели просто подурковать. Ну. Вот так горят китайские фонари. Ну, материал какой-то у них такой. Пожаростойкий, кстати.